Всем доброго времени суток. Это снова я и наш попугайчик Гарри. Гарри, привет! Мы сделали Гарри клетку. Такой вот побольше. Перед этим он пару дней был в клетке с подволнистого попугайчика. Я ему сделала сегодня такую вот лесенку. Да, Гарри, тебе нравится? Вместо жердочек мы использовали веточки вишни. Перед тем, как предоставить их Гарри, мы их тщательно помыли, обдали кипятком, потому что на ветках, которые в природе, много всяких паразитов, разного вида грибков. Да, Гарри? Вот. Гарри, мальчик мой. Вот такие вот у нас новости. Кому нравится, подписывайтесь на наш канал. Будем еще рассказывать и показывать, какие у нас новые достижения. Да, Гарри? Гарри? Гарри, птичка. Мой золотой.